Год за годом конкурс профессионального мастерства «Учитель года» объединяет лучшие педагогические кадры. Учителя Вольского района всегда высоко держат свою профессиональную планку, идут в ногу со временем, внедряя новые технологии, постоянно работают над повышением качества образования, готовят победителей олимпиад и конкурсов, сохраняют престиж профессии. Каждого из участников конкурса хочу не только от всей души поздравить с личной победой, но и поблагодарить за огромный вклад в воспитание наших детей. Учитель – это одна из самых благородных профессий, которая требует внимания и огромной самоотдачи. Каждый год конкурс «Учитель года» объединяет ярких, талантливых педагогов. И этот год не исключение. Конкурс – это не только испытание, состязание, волнение, конкуренция. Это еще отличная возможность оказаться в кругу профессионалов, поделиться опытом, новыми идеями, инновациями. Я вам желаю успехов, чтобы он сопутствовал вам на протяжении всего вашего профессионального и жизненного пути. Антонине Владимировне я желаю еще и удачи. И, наконец, уже пора покорить эту непоколебимую высоту и ворваться в тройку на региональном этапе нашего конкурса. Удачи вам! И еще раз бурные аплодисменты нашим. В педагогическом пьедестале зажигаются самые яркие звезды. Сегодня они на сцене. Это наша гордость и наша опора. Потому что вы основатели тех детских душ, которые вы воспитываете ежедневно. Честь и хвала педагогическому мастерству и вашей деятельности. Я знаю, что каждый год будет приносить большие плоды, которые взрастило Вольское муниципальное образование. Дорогие участники конкурса, поздравляю вас с этим престижным конкурсом. Хочу пожелать вам здоровья, счастья и успехов в вашей работе. Всех учителей с праздником, с таким хорошим, добрым, веселым весной, который проходит у нас. Мне сегодня выпала как бы честь поздравить педагога, который занимается музыкой, да, преподавателем музыки, Мартыш Мария Андреевна. Вот. В связи с этим, коль мы заговорили о памяти, хотелось бы вспомнить все-таки преподавателей, которые в нашей школе, вот я просто про себя могу сказать, в 11-й на Привольске, был такой Хрущев Геннадий Алексеевич у нас, преподаватель, баянист. Потом в музыкальной школе Аристов Михаил Михайлович. Еще могу сказать, заканчивал школу я музыкальную уже у Перфилова Александра Николаевича, кто помнит такого. Вот. Поэтому всем здоровья, любви, радости, благополучия.